Как и обещали главе города инвесторы ООО «Артопарк-2005», в 20-х числах марта благоустройство на территории детского парка развернулось полномасштабно. Снимается бетонное основание вековавших здесь торговых ларьков, идет укладка бордюров, формируются цветочные клумбы, разбита территория будущей пешеходной дорожки. И если честно, то даже трудно поверить, что наконец-то здесь перестанут развиваться на ветру атрибуты анапской ларечной торговли. Могу заверить на 100%, что торговли и шалмана здесь не будет. Здесь будет полноценный детский парк для отдыха и развлечений. Это излюбленное место отдыха анапчан и гостей города. Сергей Сергеев так настойчиво и требовательно посещает регулярно, чтобы убедиться, что люди, взявшиеся за создание современной зоны отдыха, держат свое слово, и сегодня глава города доволен размахом работ. Пока все идет по графику. Судьбу оставшихся 200 метров тротуарной дорожки, принадлежащей другим собственникам, глава города предлагает решить сейчас же. Вот у нас она идет и заканчивается, к сожалению, заканчивается нашей территорией. По большому счету ее нужно продлить до конца. А сколько осталось до конца? Я думаю, здесь еще 200 метров, наверное, будет. Я вот считаю, нас никто не назовет, если они это сделают. Но это не наша территория, могут там. На этом будет аркин. Но тогда нас собственники называли. А жизнь зеленой зоны отдыха идет своим чередом. Спортивные занятия, прогулки, рыбалка – все здесь неразделимо связано с природой. Колесо обозрения даст замечательную возможность увидеть этот уникальный уголок природы во всей красе с высоты птичьего полета. И монтаж его скоро начнется. Глава города с благодарностью жмет руку производителям работ. Весна активно вступает в свои права с зашумевшими раньше обычного фонтанами, цветочными газонами, надеждой на то, что хоть в одном месте мы победим назойливую торговлю и получим красивый детский парк.